Анатолий Ким встал в очередь на получение арендного жилья 12 лет назад. Время шло, а вместе с ним таяли надежды на получение заветных квадратных метров. Наконец, когда раздался долгожданный звонок с акимата, Анатолий принял его за злую шутку. В 2005 году я потерял ногу, потом встал в очередь на жилье. Но я и не думал, что получится получить квартиру. Я очень рад. Сейчас пойду собирать документы. Таких, как Анатолий, в Шымкенте 13 человек. Их сотрудники акимата разыскивают больше полугода. Потерявшимся приносили уведомления. Кому-то лично, через друзей, родных и близких. Только все безрезультатно. Среди разыскиваемых представители социально незащищенных слоев. Всего таких 6 семей. Все остальные госслужащие. В акимате Шымкента пропавшим очередникам дают последний шанс. На все про все. У них есть ровно месяц. В противном случае уже в июле месяце их просто исключат из списка, и очередь из более 30 тысяч желающих получить арендное жилье наконец-то начнет продвигаться. Мы все, значит, все, что положено в СМИ, газете, полностью дадим, не подойдут, мы их автоматически снимем с очереди. Сроки какие? Ну, обычно мы ждем месяц. Как сроки рассмотрения заявок, мы все месяц. Список очередников опубликован на сайте otirar.kz. Узнать подробную информацию можно во фронт-офисе на пересечении улиц Рыскулова и Байтурсынова. При себе нужно иметь удостоверение личности. Шудин Саидов, Эльдар Жунусханов, Саят Асанханов. Информационная служба телекомпании «Отырар».